Я думаю, что мы пока еще слишком мало знаем, что это новое министерство будет делать, да? Но мы, думаю, как Европейский Союз, мы думаем, конечно, что это министерство не должна бы стать каким-то там, не знаю, органом цензуры или контроля над журналистским обществом. И опять, это Украина сама должна решить, какую информационную политику она хочет и может строить. Как я понял, создатели этого министерства хочет приложить много усилий на то, что, в принципе, государство имело какие-то инструменты или инструменты получше коммуникировать с сообществом, да, и чтобы, например, информационная безопасность, да, или информация, которую сейчас, например, не получают жители Восточной Украины, потому что там не проходит ни телевизионный, ни радиосигнал на большие дистанции, что они вот, например, с помощью этого министерства, этих новых структур, эта проблема тоже была бы решена. Це питання до України в цьому сенсі як державної політики. Тобто тут треба ще над чим працювати багато. Зараз там є деякі зрушення, позитивні ми бачимо. Але зрозумієте, що ми зараз ви перекладаєте або ми перекладаємо відповідальність на когось. Європейський Союз має поїхати сам до себе і розказати, як прекрасно в Україні. Не проблема для мене, наприклад, або для Юргіса, не проблема поїхати і розповісти, але це має бути державна політика, розумієте? Ми маємо створити в Україні, українці мають створити свій імідж.